Жестко, жестко, стуки, бряки. Вот-вот, смотрите, какие ямы. Цены на запчасти очень дорогие, да. Но одна стойка сейчас на машину стоит только 10 тысяч рублей. Их 4 поменять, это 40 тысяч только стойки. А ходовку делаешь регулярно. Чем ты больше здесь ездишь, тем больше ты тратишь. Материал о разбитой дороге на Сергея Семенова мы снимали еще в апреле, параллельно готовя официальные запросы в Барнаульский комитет по дорожному хозяйству. Тогда весенняя погода только успела оголить все ямы, а местные уже подсчитывали пробоины на своих машинах и убытки за ремонт. Вот так вот раз, и все. И вот с ноги работаем с такими дорогами. Недовольство вокруг дороги на Семенова звучит на протяжении нескольких лет. Зимой здесь снежная каша, а летом столбы грязи и пыли. После дождей потопы, ливневок здесь тоже нет. А для таксистов эта дорога давно стала черной меткой на городской карте. Да я вот на той неделе, меня, грубо говоря, везли. И водитель говорит, ой, опять эта дорога. И повез меня через дворы, потому что они просто не хотят ехать. Но это их зарплата. А эта дорога, пока не здесь проедет, всю зарплату у них отнимет. Пешеходный переход весь разбит, все плохо. То есть мне очень страшно отпускать своего ребенка. И улица вообще названа у нас в честь героя Сергея Семенова. И вот в таком вот состоянии, и все едут и ругаются. Вот такая вот плохая улица Сергея Семенова. По словам местных жителей, такой дорога досталась им от застройщика. Однако гарантийные сроки дорожного ремонта уже давно истекли. Дорога за нами, по сути, это технологическая бетонная плита, которая была сделана для того, чтобы просто тяжелый транспорт сюда ездил, строительный. Все. После этого здесь никто ничего не делал. Как она была, вот эта технологическая плита, так она и осталась. Большие грузы так и продолжают добивать дорогу, катаясь на близлежащие стройки. К слову, похожая ситуация происходит и на других дорогах соседних ЖК. Пока отремонтировали только пересекающую улицу 65 лет Победы. Она для жильцов может стать объездной, но перекрыта по непонятным причинам. А дорогу на Семенова в списке для ремонта на 23-й год мы так и не нашли. Вот что на это ответили в ведомстве. В нацпроект «Безопасные и качественные дороги» улица Сергея Семенова от Попова до Солнечной Поляны не включена. Ремонт будет осуществлен в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной системы Барнаула» на 2015-2025 годы. Строительные работы запланированы на 2024 год. Проектно-сметной документации предусмотрено устройство пешеходных переходов. Список городских дорог для ремонта на 23-й год уже определен. Их всего 12. На их реконструкцию по нацпроекту выделили более 916 миллионов рублей. Мы будем следить за развитием ситуации и надеемся, что дорога на Семенова находится на учете ведомства. И в следующем сезоне ей уделят особое внимание. Мария Мацаев, Александр Антропов. День с толком.